самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души высияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Поход на цитадель ледяной короны. Все здесь? Блять, второй. Заберите второго. Я поклялся, что ты умрешь, а дверь будет разбита. Я закончу то, что начал у часов и последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей в форте. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу. Ой, пиздец какой-то творится. Готовьте молотор Грима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Опять скоком, блядь.
Тут молчат или как? Молчат все. Блин, а у меня наушники снова поломались. Ошиблись. Сейчас рыбку поставлю. Скажите, есть в рейде сейчас кто что-то не знает, какую-то тактику любую? Да нет. Все встают во фрейм босса и тупо бьем его. Свечимся в эти, там, блядь, в шипы. От вихря убегаем. Все по стандартам, ребят. А, еще раз урча. Танк в один фрейм. И все. Ой. Зашел, да, пристав? Да. Чек на пути. Здравствуй. Здорово. Все готовы, мы погнали. Шип. Подойдите все во фрейм босса в одну точку. Отошли, РДД продолжаем бить. В огне не стоим. Подошли во фрейм босса, встали. Да, спину.
Шип, приготовились. Мы готовили шип. Приготовили шип, залили. Мы готовимся убегать. Заливаем. Ушли. РДД продолжаем бить. Фрейм стали. Приготовили счет. Приготовились. Долили босса. Не обращаем внимания на шип, доливаем босса. Шип залили. Поднимите мне крик. Так, Шакондра, тянешь черепок, поднимаешь наверх, термису забираешь остальных, отводишь влево. Стали в мага. Источником мага меликом поставить. М? А? Прислужником можно, помощника нельзя к мили. Давай, кинь. Ну, а вверх выходи. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о... РДД залили череп, не летели. Бьем тех, у кого возле стал. Заливаем. Да попробуем. Он просто в овцу его закинешь и все же. Ну да, если сразу не забыть. Давай, кинь. Да, залили тебе.
RDD играет в череп. Мы с ним позади. И Войд, не того бьешь. Войд, уходи. Войд, уйди. Все хорошо. Все хорошо. Я пока не могу использовать. Главное, босс, они садились. Тирамису, когда появляется на тебе череп, сразу убегай с рейда. Он знает. Только что. А, хорошо. Спасибо. Боже, и наркинули. Две дролики в десятке называется. Баф посади. Тирамису в ДД. А что, в одного танка пойдем? Да. Не, постой, постой. Обменяться же надо будет на второй фазе. Не надо. Так убьем. Не надо. Реагрити потом. Нет, ничего тут не надо, это десятка, это обычно. Окей. Если что, я могу забрать глухой броню сажать. Не надо, она упадет. Сейчас. Сначала она появляется справа, потом слева. Справа, потом слева. Слева сначала. Справа появится. Не-не-не, мы же по квесту слева появляется, и тут Дарнован будет. Точно, по квесту. Так, Дарнована, ребят, не так, Дарнована, ребят. Вот тут он появится. Да, я его заовцую и заберу на себя. А, миленький, можешь вот отсюда приходить сразу, через лестницу сюда, я буду здесь держать. Нормально все. Так, все, давайте, начинаем, пуляем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Он Дарнован. Я забираю его на себя. Не убей, сова, блин. Сейчас он на меня отойдет, но я бабка. Нос убьем. Сузовцы. Террозовцы. Там корни просто выплывают отсюда. Да, корни не кидайте. Да пусть корни кидают. Трэш вышел.
Можно ее держать на второй фазе? Там же ее держать, чтобы дрованы не задели его близко. Ну, можно там. Можно там. Еще две разницы. Приготовили скрыт, так что... Воу-воу. Стоп, ДПС по ней. Стоп. Ой, дефендер, да. О, круто, вторая фаза. Как ты так? Настя, ты... Корни обновите. Вы осознали бессмысленность своих действий? Молодцы. Господина. Пойдем, Костя. Смерть неизбежна. Объясните, пожалуйста. Я почему-то под атакой, я не могу никого. А, это баг, да. Комбат. Ну все. Еще одна винта. Тирамису, ты что, квест не брал? А почему? Ну ты и перчик. Роштар, но мне было 5 стаков в 3 минуты, и я набирал ровно 0 агро. Вот поэтому и срывалась на тебя. Она держалась тупо за счет таунта. Не, ну пошли в одного танка, поэтому таки получилось, что... Ну, у меня 5 стаков перманентно. Я полетаю, я так понимаю. Давай, вылетаем все до этого. За дракона. За дракона. Понятно. Понятно. Давай. Какой неугомонный. Давай драконы да, просто будем. Этих заливаем. Да. Дракона боком поставь. Что-то все его задницы ставят сейчас. Боком поставь его. Okay.
Эрлик, ты всегда бери квест, если есть цепка. Трэш. Далее заберите. Минутку, ладно? А мне тоже голодиться надо. Давайте это зайдем, трэш, и на корабле ждем. А то он не наушник вниз. Да, собрался звук. Так, FireMag и ШП. Вы у нас будете в этих в пушках. Эй, как дела? Не достаю, слишком далеко. Все одели джетпаки и попробую, чтобы все работает. Давайте сейчас 2 секунды я ревогнусь. Сова, что-то притулилась к моей пушке. Так, маг в левой пушке, а сова в правой пушке будет, окей. Тогда приз ты прыгаешь на ту. РГД и ДД. Прыгаем. Вот видите, маг, луна стоит. Вот отсюда, с этого места. ДКшка будет прыгать отсюда. А, Тирамису, ты на этом корабле остаешься. Прыгаем на ту сторону, заливаем мага, уходим обратно. Но я буду все равно носить, в принципе. Сильно не торопитесь. Зальем быстро. Пушки набираем по... Пушки набираем по 90%, потом только сливаем. Просто так не стреляйте. Так, Кёки пришла? Да, да, я здесь. Угу. Все готовы? Выпускай, Войд. Там вдалеке. Боевой корабль.
корабль Альянса! Все на палубу! Так, приготовились. РДД начинает бить по трэшу на том корабле, милики заливают трэш на нашем корабле. Пошел, все залили мага быстренько. Да, не трэш. Ушли с корабля. Залили трэш на нашем корабле. Милики на нашем корабле заливают, а РДД играют по трешу на том корабле. Залили. Дальний трэш залили, все. Пошли с корабля. Так. Давай. Корабли играют в трэш. РТД продолжаем заливать трэш на том. На корабле. Прикси сопротивца. Я вообще не могу понять, где он. Я его не могу хилить. А, да это пушка, значит. Марка, быстренько. Трэш. Пошли с корабля. Заливают милики на нашем корабле. Танк пошел. Мага залили. После мага дальний трэш залили. Шах, уходи. Давайте. Мага заливаем и сразу. Нашли. Ищите кулак бафом.
Тирамису, братан, дай каску, пожалуйста, умоляю. Мы тут без каски бегаем. Без каски. Так, Кондра, я принесу второй. РПД взяли полу круга. В трешне забываем свечи. Силы встаньте так, чтобы доставать всех, рейн 10 наберите. Сова, встаньте в центр. Дал тебе истерию, чтоб не допоесил ты. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно во имя королевича? Я просто забыл. Да. Высь. Десять секунд до призыва. Трэш сыграли. Трэш уходит. Трэш уходит. Сыграли в трэш. Най, дай на. Трэш приготовились. Он там.
трэш приготовились. Залили. Сова, есть тина? Дай помогу, пожалуйста, по братову. Наливай, мусор. Вот это да, молитвы услышались. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Вова, иди обратно, я уже открыл. Да ладно. Я люблю дыры здесь. Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Пол рейда прибежал, а я открыл. Молодцы. Странно, не должен висеть. А кто забрал-то его? Кого? Топорик. Он часто тут падает, кстати. А кто его взял? ДКшка. Ну а как бы с одноручками? Если только на этого, на танках. Не, на ДД топорик. Ты не шаг вниз, вот. Все тут. Да. Керлик, встань ближе к стенке. Вот так. Так, что у нас друид на курите, где сам? Курит, походу. Кинь второго. Сейчас стоит, я собираю. Может быть, он за трубой ходил и офнулся. Ну, значит, ЧСО добавили. Что с ним? Если он с концами, то у меня есть телем. Он сказал, пойдет, ну, хочется кое-что попробовать. Окей. Давай, тащи.
Дайте, пожалуйста, мне небес. Я еще чуть-чуть и догонит ДКшку. Ай, ладно, не знаю. Меня бы догнал. Проедит. Раньше, когда лужа нормальная была, было лучше, да? Так. Нет, я просто сейчас понадеялся на то, что Керлик поймает, поэтому я сначала разогнался, дотки разлить, а потом уже дрыг. Вот сиди, ай, люди спалили тебя. Вальку не сагрите только, ребят. От центра отойди. Нормально, сюда не агрится. Что, можно же будет сферу взять? А, размечтался, сам заберу. Я скорее Керлику ее отдам, чем тебе. Будет он супер круто ману сливать за одну секунду. А чё, я под бурт бы прожался. Да Керлик мне у небес прожмётся и сделает 30 кдпс вместо твоих. 90. Ну блин. Ну да. Чё лучше. Никто спасать тебя не будет, Вова. Витя, дам 5 секунд на голову. Спасибо, забирай их себе. Хотя не, на тебе коронку просто повесить, и тебе будет пофиг. Еще чуть-чуть и догоню ДКшку. А, нет. Где боешься? Так, я думаю, вряд ли зайдет, да, вы. Надо искать. Сейчас я напишу Элему хорошенькому. Подтяниша. Просто сбивайте его. Давайте собаку любим. Смотри, Вова, тут пишет Элен, говорит, что поможет с Чумкой, а дальше ляжет спать. Чего поможет? Чумка? Поможет с Чумкой, а дальше спать пойдет. Ну не знаю. Сейчас посмотрим. Он просит ответ прямо сейчас. Ну давай, Катя. Потом найдем. Тебе этот Элем понравится. А, Пашка, что ли? Ага.
Вон, линкани ему здесь. А, все. Второй. Дайте мне. Зашли под босса. Конечно, я. А что, он больше не призывает? Хм? Он что, больше не призывает? Я не знаю. Ты как его так поставил, Багнета? А-а-а, вот я молодец. Молчи ты вообще будешь, апа. Видели, да? А я ж удалил. Не играем собак. Давайте. Удалил их трэш. Собаку играем. Залей трэш. Залей трэш. Нет, 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 нет. Молодцы. И опять у меня нет ленточки. Ладно, напомню вам. Зашли, встали все в угол. Шахты не этого большого. Все, играем. А что, да я гадаю, это никнейм твоего ВДК, что ли, в ДИСе? Чувак? Ну, у него написано Пайлос в ДИСе. А-а-а, надоел ДК, что ли? Ну, не спорю.
стойте тут, ловите трэш. Ни одной боёшки не выпало. Ложу береги сейчас, хорошо буду. Огонь! Ну, что-то нашел эту ловушку. А вот она. Ой, иди ты, Паша, со своим ретриком. Идем направо сначала. А то есть, Паш, эти ретрики нифига не динамисты. Даем рибав. У вас там осталось-то людей, Паша. Один пианист и Кира, по-моему. Так. Тирамису вводим.